Всем привет, я Одер. Это игра Last Day on Yerk Survival. Разработчики вчера нам написали то, что простые стены... Сейчас. Вот эти вот простые стены. Не будут приносить пользы, так как их легко будет сломать, и при их поломке они будут издавать мало шума. Так что с этого дня я начну подготовку к рейдам. И начну, пожалуй, с добычи сосновых бревен. Заодно покажу, как я буду зачищать красный лес. Так. А, кстати, разработчики нам написали сегодня то, что... старый ник... пропадет на следующей... В начале следующей недели. И... исчезнут все, кроме ракетницы, индюшек... и узора чопера. То есть, если у вас что-то осталось, очки, если остались, которые можно обменять, то надо закупаться ракетницами. И это. Закупаться ракетницами. То, что не успели дотратить, дотратить. Так, он у нас принимает железные пластины, морковку, астролист, еловые шишки. Ну, шишки простые, ладно. Ну и игрушки, которые делаем в столике. Так, попить надо будет еще. Так, тут талон. Хорошо. Так, нам больше ничего не понадобится. Попить надо сходить. Отправимся к второму нику, обменяем все на ракетницы. Надеюсь, места хватит. Так. Пить он хочет. Так, не тут он, не тут. Ну что, мы сейчас отправимся к этому, к нику старому. Блин. Так, сюда сейчас кинем морковочку чуть-чуть. Да уж. Не тут-то, не сюда. Сюда. Так, давайте я даже сразу покажу, как я хочу начать апгрейдить стены. Так, ну тут у меня будет, получается, так скажем, блокпост и там, не знаю, защитные комнаты. 2×4. Потом вот эту среднюю стенку я буду апгрейдить вдоль. Правда, я, скорее всего, отсюда уберу вот эти вот двери. Вот еще одна защитная комната. Потом тут и средняя стена тоже будет апгрейдена. Тут еще одна защитная комната. Снова стена. И еще одна защитная комната. Получается, у меня защитные комнаты находятся по углам карты. Мне как раз там было ничего очков. Надо купить точно есть. Надо будет мне, кстати, батарейку потратить, которая перезапускает бункер. Так, ехать. Запчасти. Военно покидали бункер в спешке. Там все еще много запчастей, бензина и других полезных вещей. Так. Вот мы приехали. Упс, не то. Звук пропал. Да, у меня 1000 очков, получается, уже есть. Ракетницу надо будет куда-нибудь скинуть, если у меня еще место есть. Теперь у нас костюм. Ну и игрушки. Такие компоненты пригодятся вам при сборке электронных приборов. Блин, мне бы кислотную ванну собрать. Мне осталось там 4 микросхемы и 1 шатун. Так,
Вначале должны бежать эти токсичные зомби, которые плюются постоянно. Я же сказал. Еще один. Вот мне то, что нравится, вот капец как нравится. Урон 150 единиц. Просто легко зачищать. Так. Всех с одного удара, кроме толстяков, и все. Я убил громилу, кстати, с помощью копья. Он застрял в такой балке. Я сзади просто коп... Ну, не знал, чем достать можно, потому что близко подходишь, он по тебе урон наносит. У меня есть скриншот, я не знаю. Может, как-нибудь покажу. И... Я... Твою Машу! Пища. Выращивание овощей – ключ к выживанию в наши дни. Постарайтесь сделать грядку как можно скорее. Да уж. Так. Торговец уходит на связь. В смысле? А, понятно. Далековато он. Уйдем с локации. Жесть. Только про него заговорил, и он тут же появился. Я, получается, подходил с копьем, наносил удар, а урон не проходил, получается. Но я потом нажимал скрытую атаку. Наносил по одному хп, снимал ему. Я 1000 ударов сделал, чтобы его убить. Не столько времени потратил. У меня еще дело в том, что я тогда локацию полностью зачистил, и у меня еды не оставалось. Мне пришлось просто выйти из игры и ждать следующего дня, когда мне упадет ежедневный бонус в виде 3 бутылок воды и 3 банок бобов. Так. Токсичные зомби. Жесть. Уже воняет, капец. Круто, что. Эх. Ну ладно, тогда мне проще будет. Вот не повезло тем, кто это. Чоппер еще не открыл, и на красных локациях надо будет дубовые бревна собирать, чтобы апгрейдить стены до 3 уровня, сделать каменные. А там на одну стену надо 15 дубовых досок. Это, наверное, около 45. Так, кто это? Я уже подумал, там бот бежит. Потому что как-то нехарактерно он бежал. Обычно зомби, считай, прямо бегут. А боты, они так, под углом становятся, если у них огнестрел. Особенно винторез. Захватит даже на 2 захода. Еще кто-то бежит. А, понятно кто. Так.
животных убивать не надо будет мне. Потому что если съемка получится, верьте, времени не хватит. Жестоко. Вот еще ботов быстро сносит, вот это мне нравится. Так, металлолом не нужен. Ну и свою броню с сохранности поддержим. Так. Да, не думаю, что вам понравится то, что я много молчу. Интересно, сами индюшки пропадут или нет? Ладно, мясо их останется и... еще, в принципе, на этом. Там выяснять, как бы надо. Вот так у них неплохой бонус. 100 хп восстанавливает, так и голод почти весь. Я вот так вот прохожу всю базу, защищаю сначала полностью от зомби, потом хожу, лутаю ящики, если есть что-нибудь интересное. Потом ставлю на автомат, он ходит, собирает. В этом плане как бы слишком аккуратно и времени куча, как бы тратится. Ну посмотрим, насколько я был прав, сколько минут на это потрачу. Так, это первый ящик, хорошо. Здесь жутко воняет, где-то рядом трясичный толстяк. Или простой. Так, надо скинуть нужные нам вещи. Так, возьмем болты, потому что проголодаемся, это по-любому. Болты нам не нужны. Вот это усилитель сигнала используется на радиовышках. Мне вот это интересно, капец как, потому что... сколько их нужно? Неизвестно, сколько их пригодится. Потому что они еще вроде как нигде не пригодились, и... вот эта вот радиовышка, сколько для нее понадобится? Так, радиовышка где-то ниже, да? Ну, вот радиовышка. Мне как чоппер потом придется собирать. Сначала вот так вот, как чертеж типа. Потом надо будет еще остальное искать, вставлять. И мне вот интересно, вдруг там вообще по 12? 12 тарелок, 12 вот этих маршрутизаторов. Сигналов этих. Ой, ну, М-ка не очень как-то. Так, бинты. Да это, Джек Дэниелс я брать не буду. То есть виски. Или как там написано у них. Вот пистолет можно взять уже, потому что он как бы более-менее целый. Краску, вот. Про эту антенну, тарелку говорю. Сколько их понадобится для радиовышки? В этом вся проблема. Так, лампочки мне тоже, в принципе, не нужны. 2 стака мне хватит на ближайшее будущее. Тут у нас вода была. Бутылку с собой возьмем. Так как пить он захочет по-любому. А мы его угостим. Чтоб потом ходить не искать. Так. Ну, в принципе, ящиков больше не будет. Так что может сразу уже на авто прийти. Так, заодно... сбросим то, что будем брать с собой. Так, брать с собой мы будем это. Шкуру можно удалить. У нее их много скопилось. Веревку стак. Остальное на авто он пускай идет. Собирает. Одним из самых легких способов зачистить красную локацию. Красный лес. Получается, если токсичный зомби попадается, то надо за спину убегать, наносить удары. Потом он на вас поворачивается, делает второй плювок в вашу сторону. Вы оббегаете за спину и снова убиваете. Этот раз. Если у вас в руках там будет мачете, например. А вот локация, где уже доступен чоппер, ну, после того, как активируешь вышку там смотровую,
доступные локации, там дубовый лес и зимняя локация. Там уже будет гораздо сложнее, потому что зомби умеет восстанавливать хп себе. И боты, если они появляются, то они никуда с базы, с локации не уйдут. Вот в чем проблема. Если кто-то, ты чувствуешь, что бота не сможешь победить или время на него не хочешь тратить, то можешь просто выйти с локации, перезайти, и все, бота не будет. Так, у нас он проголодался. Так. И в основном на те локации надо будет уже огнестрел брать. Ну, в принципе, можно с посохом мороза там крутиться. Неплохо наносит урон. Кстати, может какую-нибудь фоновую музыку включать? Я просто музыку не слушаю, не знаю, какую вставлять. Так что, если хотите, кидайте название под видео. Начинаю развиваться только в плане YouTube. Может, в будущем научусь делать интересные ролики. А так просто геймплей. С небольшими комментариями от меня. Видео с прохождением бункера должно было выйти раньше, но у меня что-то с ним произошло при загрузке. Там оставалось 2%. Мне показало типа оставшееся время там столько-то. И все, больше не грузило, получается. Я решил снова просто загрузить и все. На второй раз уже получилось до конца загрузить, и все окей прошло. Задержка была нехилая, получается. Но у меня грузилось долго. Так, что он насобирал-то? Так. Растительное волокно можно сразу выкидывать. Бинты сделаем и ткани выбросим. Так, бинты. Чтобы место не занимало. Так. Я обычно предпочитаю отсюда уносить в основном только просто бревно, камни, один стак семян, стак веревки. Астралисты, в принципе, мне больше не нужны. Руду иногда я беру с собой. В зависимости, если близко к стаку, то беру. Если полстака насобирается, то не беру. Так, веревку эту тоже можно выкинуть. Так, он до сих пор собирает, хорошо. Ягоды я в основном съедаю сразу на месте. Так, все. Ресурсы закончились, которые он может собрать. Делаем, значит, топоры. И последние три булыжника мы, то есть известняка, мы оставляем на кирку, чтобы он смог добыть камни, если нам вдруг топора не хватит на бревна. Ну, раз, два, три, четыре. Четыре не хватит, там где-то шесть надо будет топоров. Я, скорее всего, эти моменты буду просто ускорять, как он собирает.
Так что надо будет мне попариться немножко с обработкой. И все. Я не думаю, что вам понравится. Просто длинное. Шишки я тоже буду выкидывать. Получается, когда уже много собирается стаков и места нету, я ложу в какой-нибудь ящик это все, чтобы он мог нарубить еще больше ресурсов. Ну и фактически я бы унес больше ресурсов. Вот последние бы 5 ячеек вообще как не мешало. Было бы вообще неплохо. Так. Он скоро проголодается. Скоро не проголодается. Так, ладно, сейчас доломаем вот эти бревна. Сосны. Вот я не знаю, добавили такую фишку, что он при опьянении начинает его шатать, получается, со стороны в сторону. И стрелять он толком не может. Я помню, что разработчики видео добавляли с этим элементом. Как он идет и шатается. Так, где у нас чоппер? Я, получается, ориентир в основном беру от чоппера. Так. Чоппер должен быть сверху. Да. Либо вот так вот вниз иду, либо вот так вот вверх, либо просто прямо от него. Но думаю, что просто прямо не получится, потому что ящики все внизу идут. Так что вот наш ориентир это будет... Вот этот столб поваленный. Так, оставляем тут бревна. И идем добывать ресурсы дальше. Бревна я перерабатываю в доски. В доски я половину перерабатываю в это, в уголь. Уголь трачу на переработку, на переплавку руды. Различные. В основном это железо. Хотя скоро надо будет... Блин, мне кажется, мало по 2 станка. По 2 печки. По 2 стола. А, плотничный. Плотничный. Капец. Плотский. Никаких. Плотницкий, да. Теперь, конечно, уже кирку можно создавать. Так, воду выпить уже можно. Ягоды я с собой не беру, потому что у меня спирта и так много. Ягоды для чего больше нужны? В основном только для спирта и для компота. Так что смысл их я не вижу собирать. Не собираю болты, потому что мне кажется 4 стака этого достаточно мне будет. Ткани у меня много не собираю. Кожу переработанную теперь не собираю после того, как там зарейдил игрока какого-то, у которого много было кожи переработанной и не переработанной. Так, сломался топор, хорошо. Упс. Так, один пока мы создадим. Может быть, этого хватит. Так. Лампочек у меня 3 стака точно есть. Мне этого хватит по-любому. Если вдруг какие-нибудь гирлянды снова добавят. Тем более они в бункере падают неплохо.
кто-то спрашивал насчет талонов, где талоны брать помимо бункера. Ну вот, если смотреть на то, что я на красной локации зачищил, открыл все ящики, и ни в одном талона не было. Ну я думал, хоть талонов чаще будет падать, хотя бы желтые. Я помню, на красных локациях двигатели падали. Кстати, на красной локации мне C4 вроде бы выпало. Одна C4. Точно не помню. Да, одна C4 выпала на красной локации, потом выпала в бункере одна C4. И потом уже видео я выкладывал события с этим лесом, где микросхему, ой, микросхему, дискету вставляешь, и он тебе выдает координаты леса, и когда отправляешься на координаты леса, там находится черный армейский ящик, и в нем было 3 C4. Вот мне же печально то, что мне C4 5 штук, и они не нужны. Пока мне не пригодились, по крайней мере. Вот просто ж... топоры я буду тратить на стены из бревен. Нет, не из бревен, а из досок. А на каменные я буду тратить C4, я планирую так. То есть, если я даже увижу то, что у меня во время рейда есть на базе, получается, есть стены из досок, то я C4 не буду тратить. Ну, кроме того случая, когда у меня топоры исчезнут, сломаются. Потому что две стенки сломать, в принципе, это тоже шансы неплохие, то, что их может не хватить. Так, топор создаем. И, скорее всего, зря. Потому что эти два дерева, может быть, могут быть последними. А, нет. Mm-hmm.